Свежий асфальт, недавно покрашенные контейнеры. В промзоне Видного в районе Белокаменного шоссе на 4-й линии появилась площадка проекта «Мегабак». Теперь при наличии крупногабаритного мусора или отходов, которые могут быть переработаны, не надо захламлять городские контейнерные площадки. Здесь будут собирать все ненужные вещи, которые у людей скапливаются, да, чтобы они не выбрасывали это все на помойку, не делали хлам, как говорится. А это все будет собираться уже здесь. Люди будут сюда привозить бытовую технику, где-то спил, где-то разбирают мебель и так далее. Все будет привозиться сюда. Также и стекло, старая одежда, пластиковые бутылки. Как мы видим, есть и прием бушных шин, чтобы это все не валялось по городу, не разбрасывалось где-то, не создавались несанкционированные свалки и так далее. Приехать сюда может любой желающий и выгрузить любой мусор. Это абсолютно бесплатно. Пока площадка работает по вторникам и воскресеньям с 9 до 18 часов, но в ближайшее время планируется выход на ежедневный и круглосуточный режим работы. Над каждым баком здесь есть указатели, для чего именно они предназначены. Лампы, пленка, пластик, картон. Но с непривычки человек может растеряться, поэтому в дни сбора мусора здесь будут дежурить специальные люди, которые помогут сориентироваться и даже помогут разгрузить то, что вы привезли. Главная отличительная черта этого мегабака от обычной контейнерной площадки не в размерах. Привозя отходы сюда, люди не только будут заботиться о чистоте своих дворов, но и улучшать экологию и делать свой вклад в переработку мусора, что куда лучше, чем его захоронение на полигоне. Здесь за каждым контейнером закреплена компания, которая перерабатывает вот этот так называемый мусор. И, соответственно, мы даем этому мусору вторую жизнь. Вот в Ленинском городском округе это такая первого своего рода площадка. Мы уже только открыв ее, увидели, что она пользуется популярностью. И действительно, за те полчаса, которые мы снимали, на площадке проекта «Мегабак» контейнеры пополнились очередными отходами. Одна из машин привезла несколько старых автомобильных шин. Добросовестный владелец гаража на Березовой улице решил поступить правильно и привезти ненужную резину сюда. Разобрать гараж. Понадобилось место. Вот и... Насколько удобно вот именно здесь это делать? Я, честно, не знал, куда их деть, а тут вот так вот внезапно появилось место, куда их можно беспрепятственно вывести. Очень удобно. В настоящий момент в администрации округа анализируются первые результаты работы и в ближайших планах открыть подобные контейнерные площадки проекта «Мегабак» во всех поселениях муниципалитета. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.